Ребята, всем еще раз доброе утро. Да, Таня, да, доброе утро. Я нашел песню. Доброе утро, какую? Я нашел песню, которую, значит, она определяет все мое детство. Это же песня про меня. Ты само совершенство, ты такое... Саша, было... Саша, ну, как Гарри, приятно. Отвернись, пожалуйста. А он все ест. А он совершенство в лесу. Мы в бане. Слушайте, мы наконец-то добрались до Сундуновских бань. Я вас сколько уговаривал? Да нет, ты вообще-то нас не уговаривал. Давай сейчас не надо. Хорошо, ладно, я вас уговаривал, не уговаривал. Не уговаривал. Мы сейчас в бане, 31 декабря. Всех поздравляем с наступающим Новым годом. У нас прекрасное настроение. Мы тут делимся какими-то итогами года, впечатлениями. Мы делимся какими-то переживаниями своими. И, естественно, мы по традиции хулиганим и нарушаем все программные традиции нашего радио. Да? И ставим песни, которые нравятся именно нам, а не слушателям нашего радио. Слушайте, хотя мы это делаем раз в году. В конце концов, мы же можем себе позволить хоть вот изредка такое. Эти песни, они отвечают, во-первых, настроению этого дня, во-вторых, и настроению наших слушателей. И несмотря на то, что это не классика русского... рока. Это вам будет очень приятно услышать сегодня, 31 декабря. Тем более, что я говорю, вот представляешь, сейчас вот человек сидит в машине, едет куда-то, проклинает всех в пробке, режет салаты. Пойди сегодня пробок. Как нет? Да, конечно, да. Еще скажи, что и нет жен, которые забыли купить, я не знаю, майонез и отправили мужа. Ты серьезно? Ну нету пробок сейчас, нету. Ну вы что, как будто в Москве-то не живете, а? Изверги вы понаехали на нашу землю, матушку. Хорошо. Ставь песню, ставь песню. Не про... Леди! Легода. Стоп, леди стоп, стоп, стоп. Таня! Давай сейчас. Леди Таня. Давайте уже оригинал включать, потому что я это не вытерплю. Танечка.